у нас начальство, блядь, вообще похуй на все. Я сижу, у меня ни брони, ни каски, ни хуя, все попробитое нахуй. Ага. Ай, похуй. Хотите, приезжайте, с 200-х забирайте. Я говорю, заебись, спасибо. Молодцы, блядь. Кукуха, если честно, едет. Что в мысли посещали, я уже, блядь, прямо сейчас готов пойти на штаб наш перестрелять. Ну да, там морально, блядь, встаешь пиздец от долбоизма, нахуй. От руководства, естественно, блядь. Хуй, блядь, сидишь, если начинают, хуй, блядь, эти дроны, блядь, и мины, блядь. Сидишь, блядь, на иконку, молишься и все. Ну я говорю, вот это самое хуй, блядь. Потому что ты ничего не сделаешь, сидишь, как долбоизм, ждешь, нахуй. Пролетит, не пролетит. Я тут стою за гуманитаркой ебаной. Дорогу тоже все обкладывают, блядь. Чего там начали это, нахуй? Домой отпускать там, да, уже? Не хочешь, я иду. Нахуя, да? Ну, я не знаю, как в других местах, но не с нашего полка. Пацаны, вон, приезжают и говорят, нахуй, ну, когда пацан приезжал, говорит, это, вот в феврале вроде, блядь, контрступление будет. Ну, говорит, так думаем, все. Все так складывается вроде бы, а там вот хуй знает. Просто в передке сидим, и у нас фланги все сзади. У нас, я, у нас два фланга, ебать, оба километра, я не знаю, насколько даже сзади, блядь. Мы, блядь, в самой запаске. Угу. Надо, сука, было умудриться так попасть, блядь. Я бы шутился тогда насчет Херсона, блядь. Ты мне аукнул. Ага. Нихуя, блядь, блядь.